На одной из самых популярных креативных площадок города снова кипит творческий процесс. В Тринити-парке вновь уже в третий раз состоялся арт-субботник. Наша площадка уже существует более 2 лет, и горожане собираются, чтобы сделать креативное пространство еще интереснее, еще ярче. Вот откуда название «Арт-субботник». Любой желающий может посетить различные мастер-классы и приложить руку к художественному оформлению помещения, а также уличных объектов креативной площадки. Конечно, руководят процессом люди опытные, понимающие в искусстве, в том числе в уличной живописи. Известный щелковцам своим творчеством в городе граффити-художник Александр Морсин привнес сочных красок осени и буквально преобразил один из фасадов, подарив ему новую композицию. С теплым осенним настроением, желтыми листьями, красной рябиной, улыбками. Все в одном месте хотел передать как раз все настроение. Организаторы фестиваля, отдел по работе с молодежью спорткомитета администрации городского округа и команда Тринити Парка подготовили интересную программу. Художник, человек творческий, там, профессии, и даже не обязательно творческий, любой другой, но творческий, креативно относящийся к своему делу, он как бы тоже в этот момент является именно творцом. Очень важно знать, почему ты это делаешь. То есть, если ты так понимаешь свой процесс, то ты осознанно к нему подходишь. Попасть на фестиваль гости могли совершенно бесплатно, предварительно пройдя регистрацию на сайте парка. Все, что нужно было иметь при себе, это желание творить. Анна Балиец, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.